Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале «Счастье в нас самих», и сегодня, как и каждый день, совет на день, карта дня, сейчас мы посмотрим вторник, что же принесет нам вторник и на что обратить внимание. Первое, что хочу сказать, во вторник делать надо только то, в чем вы абсолютно уверены. От вашей уверенности в ваших действиях зависит и то, как зависит результат. Вот так будет быстрее. Также во вторник встреча. Встреча яркая, встреча интересная, встреча продуктивная и полезная. Это мужчина старше 45 лет, светлые волосы, темные глаза, мужчина уверенный в себе, мужчина открытый, и, соответственно, каждому из вас этот мужчина идет в определенном вопросе, в определенной сфере жизни. Это может быть как работа, карьера, бизнес, также это могут быть личные отношения. И не обязательно это отношения между влюбленными, не обязательно. Хотя и эту сферу тоже, в этой сфере этот мужчина может тоже проиграться. Ну а также, кого интересует здоровье, это встреча с врачом может быть. И по этой карте врач будет, знающий врач будет, который сможет правильно и быстро поставить диагноз и, соответственно, выписать, назначить лечение, которое приведет к выздоровлению. Смотрим дальше. А встреч-то будет много, встреча не одна. Могу сказать еще одну вещь. Для тех, у кого будут задачи, связанные с финансами, прекрасный день улучшения финансового положения. Может быть, это будут какие-то идеи, какие-то инсайты, которые вы начнете воплощать в жизни, соответственно, в самое ближайшее время будет улучшение материального положения. Также это тоже мужчина. Мужчина тоже старше 45, темненький, с темными глазами. Мужчина очень интересный и серьезный. Для межличностных отношений, девочки, этот мужчина, это для тех, кто узнает или своего мужчину, или это будет новая встреча. Могу точно сказать, что если мужчина начал ухаживать за вами и будет продолжать ухаживать за вами, у него серьезные намерения. Если у первого короля он еще хорош для скоротечных страстных романов, и иногда у этих мужчин быстро пропадает интерес, так у следующего, это король Пентакли, это король, знак Земли, это стихия Земля, более основательный, более серьезный, и, соответственно, он именно для серьезных отношений, это то, что я увидела ярче всего, и вот поэтому я это и озвучиваю. Ну а также для тех, кого не интересуют межличностные отношения, для здоровья это тоже может быть врач, это может быть или именно основной врач, или это может быть врач, которому вас просто перенаправят. Так что, а также, если есть вопросы, связанные с кредитами, связанные с судами и ипотеками, вот персонаж, вот вам человек, который, с которым, если вы действительно встретитесь, если действительно послушаете его совета, это будет очень хорошая помощь для получения кредитов. Ну а для чего эти кредиты? Они могут быть для бизнеса и для чего-то, для покупки чего-то большого или для ипотеки. И могу сказать, что если первый мужчина может дать хороший совет, то вот второй этот мужчина может
именно помочь оформить и решить все эти задачи. Ну и еще будете переживать по поводу, видимо, все-таки что-то происходит, что будут происходить разные встречи у некоторых из вас, и будете по этому поводу переживать и, знаете, крутить у себя в голове разные сценарии. Старайтесь крутить позитивные сценарии. Все-таки находите какую-то лазейку. Я знаю, что в переживания вдаваться легче, но все-таки старайтесь находить лазейку в своей голове и переключать себя на положительный исход ситуации, на положительные решения. И, соответственно, во-первых, изменится ваше состояние, ну, а во-вторых и в-третьих, сможете избежать действительно каких-то проблем.